Два уголовных дела возбудили в Башкортостане в прошлом году из-за поджога релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщил начальник Уфимского линейного управления МВД России на транспорте Флюр Фасыков. Он подчеркнул, что в условиях спецоперации диверсионно-террористическая активность кратно возросла, особенно на объектах транспортной инфраструктуры. Поэтому необходимо укреплять материально-техническую базу ведомства, чтобы была возможность реагировать на современные вызовы. В 2023 году Уфимское линейное управление МВД России на транспорте направило несколько обращений главе региона Радио Хабирову об оснащении техническими средствами по программе обеспечения общественной безопасности. И совместно с Комитетом Башкортостана по ЧС подготовили финансовое обоснование. По словам главы комитета Кирилла Первого, затраты оцениваются в 15 миллионов рублей, но пока региональный Минфин не подтвердил финансирование. В целом, в 2023 году число преступлений на транспорте снизилось на 8%. Доля раскрытых дел составила 62%.